Полиция Северского района направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкоголя. По данным следствия, 55-летний житель Республики Адыгея закупил спиртсодержащую продукцию без соответствующей лицензии для дальнейшего сбыта. Алкоголь мужчина хранил в гараже на территории поселка Афипского. Полицейские изъяли более 7 тысяч бутылок алкогольной продукции. Коньяка, виски, водки известных торговых марок, а также 512 пластиковых бутылок этилового спирта. Общая цена изъятой продукции – более 2 миллионов рублей. Незадачливому коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы.